Мария Доброжинская и Андрей Чернышев – известные российские актеры. Как известно, эти кинодеятели являются законным мужем и женой, пара время от времени совместно появляется на театральной сцене или снимается в кино. Так верных наших подписчиков интересуют вопросы, которые касаются совместной жизни, знаменитостей. Как познакомились Мария Доброжинская и Андрей Чернышев? Есть ли у них дети? Есть ли фото со свадьбы в сети? Какие отношения царят в их семье, а также другие подробности их приватного бытия? Как случилось знакомство героев данного видео, достоверно неизвестно. Скорее всего, произошло это во время совместных съемок Марии Доброжинской и Андрея Чернышева в фильме или на большой театральной сцене, где они также играли вместе. Не секрет, что публика считает актеров очень красивой и крепкой парой. Время от времени на просторах сети можно встретить фото артистов, на которых они запечатлены во время отдыха работы. Также в сети есть фото с их свадьбы. Мария Доброжинская и Андрей Чернышев перед тем, как сообщили об официальном бракосочетании, прожили в гражданском браке не менее 8 лет. Актер по неизвестной причине скрывал от верных почитателей и средств массовой информации свои отношения с артисткой. Некоторые привыкли считать, что именно таким образом Андрей старался поддержать образ холостого парня, при этом большая часть почитателей артиста полагает, что мужчина просто проверял собственные чувства к актрисе, а также не хотел, чтобы вокруг очередного его романа развивался ажиотаж. Представители прессы нередко донимают его вопросами, которые касаются его личной жизни, при этом публика не перестает давить, что актеру уже 40 лет, а он до сих пор одинок. Как известно, у Андрея Чернышева перед глазами пример его родителей, которые смогли через годы пронести свои чувства и любовь. Уважение друг к другу, по словам самого актера, он хотел жениться раз и навсегда. Прожив 8 лет в гражданском браке, Мария Доброжинская и Андрей заявили об официальной регистрации брака. По словам актера, в какой-то момент они оба осознали, что являются очень надежными людьми, поэтому официальный союз стал разумеющимся фактом. Как известно, мужчина не делал своей избраннице красивое предложение, они просто вместе выбрали день и расписались в одном из московских ЗАГСов, а уже буквально через неделю улетели на отдых в Грецию, чтобы обвенчаться там. По словам самих актеров, семья должна создаваться раз и навсегда, они готовы вместе пройти через любые испытания, поддерживая друг друга. Кроме того, артистка точно знает, что замуж ей удалось выйти за настоящего принца, который практически идеален. Следует отметить, что детей у Марии и Андрея пока нет, однако, по словам возлюбленных, в скором времени они намерены обзавестись наследниками. Все свое свободное время пара предпочитает проводить в компании друг друга с родственниками или приятелями. Они совершенно не прочь отдохнуть в каком-то кафе, прогуляться по городским паркам или провести время за городом.